Фестиваль New Star Camp – это проводник в мир восторга, танцев, единения с природой и, конечно же, катание. Много катания. Креативная идея феста – Mountain Phenomenon, что означает «горный феномен». Но Яндекс.Гоу не был бы Гоу, если бы не решил дополнить это событие уникальными интерактивами и интегрироваться в фестиваль, чтобы он действительно стал феноменальным. Спросите, что там такого феноменального? Да это же лаунж-зона, где вы отдыхаете и при этом двигаетесь. В штаб-квартире было много идей. Может быть, обучим лам таскать борды? Может, караоке со склона? А может, поставим карусель на вершине горы? Карусель? Такого еще не было. Нереально, невозможно, амбициозно, задача года, вымысел, сказка, мечта. Хорошо, будет карусель. И много сахарной ваты. What? Таким образом, мы приступили к разработке, привлекая к этому карусельных экспертов, доцентов кафедры кручения, профессора по окружностям, чемпиона по сахарной вате, и вишенкой на торте стал дипломированный специалист по релаксу, лаунжмейкер. И вот она, красавица, готова. Созданная специально для Яндекс.Гоу, собранная с нуля, супертехнологичная и мегакомфортабельная карусель. И дальше мы ее просто подняли на вершину. Ну как просто? Ну как подняли? Ну как на вершину? А в сухом остатке это первая карусель, которая выбилась в люди на высоту 1100 метров. И вот практически на самой вершине озарилась она – карусель! Она буквально сводила людей с ума. Все прыгали, бегали, кричали и кайфовали. И все это было для того, чтобы на вершине вы могли сказать «Вау! Как круто!» И как они ее вообще сюда притащили? Таким образом, за неделю было совершено более 4500 оборотов карусели, более 200 упоминаний в соцсетях, более 70 килограмм сахара мы превратили в сладкую вату, а также раздали более 1300 счастливых билетов на карусель. Но есть их было не обязательно, потому что была сахарная вата. А самая главная метрика – это более 10 тысяч довольных райдеров и нерайдеров, которые могли отдохнуть, все равно оставаясь в движении. Вот такая вот головокружительная интеграция у нас получилась. Ладно, подняли. А спускать как будут? Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.